В общем, Soulstorm, система Каурава, 4 планетки. И играть мы будем, естественно, за Тау. И на харде. Ладно, будем честны, я уже проходил Soulstorm, поэтому... Там я показывал синематик, плюс у меня сейчас все на английском абсолютно, чтобы мод еще, блин, нормально работал. Да, все, идите нахер. Так, окей. Погнали смотреть, что у нас тут по бонусам для Тау. Что-нибудь поменяли или... Или чисто, на... чисто насрали, походу. Ага. Блять, нихуя нового у Тау тут нету. Блин, может у них и юнитов особо новых-то и нету. А чисто так. Из разряда того, что там просто как у СМов, блядь, добавили... Ну не, у СМов даже гриды особо там, ну только у техники добавили. Не более. Ладно. В общем, чем отличается у нас данная модификация от обычной? Во-первых, на картах появились свои, так сказать, фичи, по типу где-то есть день-ночь, смена, и дождь появляется, соответственно, то... увеличивает, уменьшает радиус обзора. Где-то нету этого. Где-то, как я заметил, там на карте мины появляются из-за чего-то. Ну, в общем, на каждой карте появляются свои мини-ивенты. Это, в принципе, интересно. Да, правда, еще есть мини-ивент после каждой карты, то, что игра может вылететь. Не очень благожелательно, поэтому будем каждый раз сохраняться. Еще, да, у каждой фракции появился титан, но... Буду честен, мод достаточно баланс. То есть нет такого, что прям пиздец, блядь, там разнос дикий. Вот. Конечно, то, что я уже успел в моде заметить, то, что и какой-то долбанутый в плане того, что он тупой. Вот просто орки, как я заметил на сложной, высокой сложности, то, что я решил протестить модификацию, все-таки, что как оно работает. Они пиздец тупые. В том плане, что как-то они вообще не пытаются встретиться. О, вот это интересно. Ладно, у Тау что-то новое завезли, прям интересно. Так, ну, все. Так, окей. Блять, что из этого охуенно интересно? А, это можно... Ого! Блин, для этого надо лимит расширять больше 30. То как-то 6, 5, блин, то есть, грубо говоря, 23, чтобы построить все 4. Ага. Интересно. Так. Блять. Давай строить. Что он дает тогда? Типа, если в этой же коалиции строятся не до титаны, то что тогда строится в бункере, блядь? Не, дает титан какой-то. Блядь, что-то как-то у Тау слишком много титанов. Точнее, ну ладно, это может, типа, нет титан. На его дальность. Угу. Ух! Ебать, он полетел. Ладно. Фаермух, ебать, там просто все летает нахер. Ебать. Чисто аннигилятор, блядь. Блядь, оно технику даже отбрасывает. Что там говорить про пехоту? Технику, Карл, блядь. Точнее, только у него есть. Ну, в общем, окей, за Тау я понял. Мы там добавляли реально юнитов таких имбовых, я бы сказал. В общем, ладно, это была единственная такая миссия, где я, так сказать, тупил. В том плане, что, блин, надо было просто именно посмотреть, что вообще у Тау есть. Что-то как-то подозрительно. Гвардейцы сидят у себя... Сестры сидят, эльдары там что-то захватили, врата и тоже что-то так, типа, и все, мы как бы пошли отдыхать, некроны как-то, блин. Кстати, чего он за некрон забил, кажется? А, труп рекавери, блин. Я думал,
остался сейчас вон, какие там билки есть. Думал, что у них двойной ход. Судя по всему, за Тау теперь единственный вариант это Монткас строить, потому что Куйон дает только сраные грейды на Fire Warrior, которые по факту не нужны, потому что, блин, эти фишки охуенные, имеющие грейды. Пусть десантник нападает сюда. Зачем? Так сказать, это забрать. Так. Пожалуй, можно сразу бахнуть. На всякий случай. Ну, вроде что-то начали там движение. О! А это... Охуенчик. Ну, давайте, десантчики, покажите, что вы тут сможете. Хе-хе-хе-хе. Какая вам пизда сейчас. Что думали, видишь, все так легко и просто будет? А хуй там. Мне интересно, какой он урон наносит. Вот неплохой. Так. Ой. Подготовился и все. Легчайшее. Чешая оборона. Ну, против СМов можно было бы и зарашить, если бы даже не оставалось базы. Против орков в этом плане сложнее. Отлично, все. Бластер этот взяли. Так, ну что? Поехали вносить наших оппонентов. То они тут, так сказать, засиделись. Первый на очереди у нас орки.